Жители Ноябрьска продолжают сдавать незаконно хранящееся оружие. Как сообщают специалисты Департамента по взаимодействию с федеральными органами и мировой юстиции Ямала, на сегодняшний день за сданное оружие 97 жителей округа получили денежное вознаграждение в размере 265 тысяч рублей. Так, в правоохранительные органы ямальцы сдали более 60 единиц гладкоствольного оружия, около 10 карабинов с нарезным стволом и более 15 газовых пистолетов. Больше всего оружие сдали в Ноябрьске, Надымском и Тазовском районах. По словам специалистов Ноябрьской службы лицензирования, с начала года жители нашего города сдали 12 единиц оружия. Из них 5 гладкоствольных, 1 обрез и 3 газовых пистолета. Напомню, за добровольную сдачу оружия можно получить солидное денежное вознаграждение. Поучаствовать в программе может любой желающий. Принести подобное имущество надо в городскую службу лицензирования.